сильная сторона. Опа. И прыгнула. Молодуха. Вижу. Тяни. Это я еще не утихонь. Подлещи. Давай сюда, что ты там? А грязный как? Хороший. Видишь? Тихонько поднялась. Прямо сальто все. О, какая. Я знаю, как она приедет. Я закинул по одну. Вести. Вести начал. Да нет, ничего не начал вести. Свою снасть. Я на заднем вижу. У тебя на заднице сидит огромный этот, кусает тебя. Улетел. Запутались две удочки, и там еще что-то. Поймалось. Тянет в бок что-то. Мне надо. Все, упустил. Пришлось отключить телефон, мы его тащили этим, как он называется, вот этим садком. Саш, как он называется? Вот это. Подхваткой волокли этой. Руками волокли. Пока волокли, он весь в песке измазался. Решил мой рыбачок его сполоснуть, он прямо у берега, давай полтахать, убегать. Не, его бы не вытянул, я даже удочку не могла держать, она до такой степени тяжело. Тащили карпа. Я думала, что я запуталась с мужем. Муж говорит, опять мою удочку поймала и ругается на меня. А я смотрю, моя удочка поволоклась куда-то в сторону, ее поволокло. Вот туда куда-то. Думали, а что такое? Потом, говорят, вдвоем увидели там огромная белая тень, как подводное что-то. Это, как называется, акула такая. Он тут орет, быстрее подхватку, я кидаю телефон. Подхватку сую. А он уже пока его мучил, может, ну, он постепенно его затягивал, чтобы он обессилел. Он кое-как до берега мы его заволокли. И как увидели, это зеркальный карп. Красотища, толстенный гад. Он матюкаться стал, пищать что-то там. Он его решил муж обмыть, ну что, пока волокли в песке поизмазали, потому что наверх поднимать нельзя, удочка оборвется, то есть леска. Он решил его обмыть, а он решил побежать. И тут вот до берега, наверное, просто обессиленный, уже силы не было бежать. И он, его муж схватил быстрее, и мы его кинули вон туда, в садок. Он просто, наверное, вымоченный был, карп этот. Ну что, пока его волокли, не сразу бегом вытянули, а постепенно, чтобы он вымучивался. Вот это да! Это семейство карпов. Ну вот, посидели, половили, на людей посмотрели, себя показали, половили, отдохнули, кофе попили любимого, собираем удочки. Достали сегодня эти летающие с желтыми крыльями. Сожрали. Куда же она мокрая совсем? Куда ты ее терпишь собрала? Сюда. Собирай удочку. И ручка грязная. Ручка грязная, ручка вся. Почему она такая грязная? Ты как капаешь с тобой мою удочку? Сейчас поговори. Я капаешь. Удилище. А самое удилище, задница такая же красивая, вся в лапушках.
еще в тепле. Знаете, вам солнышко. Маша дрыном. Отдача не замучает. Собираю уже, господи. Нити. Мысли сухая. Собиралкин. Тут мути поднял, вот тут стадо бегемотов прошло. Пар брыкается. Десногорск раньше разводил. Вот и приплыл. Пошел. Давай. Вон туда приплыл. Может быть. Несет улов. Неси сюда, будем вытаскивать. Ложи на травку. Карп это. Карп, конечно. Ну, за сам ты ли такой? Ну, дурай какой. Сейчас подожди. Кому-то. Зеркально видишь. Да, конечно, больше. Выскочил из рук. Я уходил, а мой Николай берега прыгнулся. Дернулся, я успел.